Приветствуем вас на производстве компании «Аквахолд». Сегодня мы рассмотрим самые частые ошибки при варке полипропиленовых труб. Первое. Самая частая ошибка – это неподготовка поверхностей к сварке. Перед сваркой соединяемые детали необходимо очистить от пыли и обезжирить. Ведь очень часто пайка труб происходит там, где идет ремонт, много пыли и грязно. Поэтому, если вы хотите сделать все качественно и надежно, не поленитесь подготовить поверхности к пайке. Второе. Если труба очень долго лежала под солнцем, на ней мог образоваться слой, который уже не сваривается. Поэтому, если другой трубы или фитинга у вас нет, с нее нужно механически снять небольшой слой пластика. Тогда сваривание деталей будет надежным. Третье. Не выдерживают правильного времени нагрева в сварочном аппарате. Либо сильно превышают это время, либо, чтобы сделать быстрее и как можно больше, держат в аппарате слишком короткое время, из-за чего надежная сварка деталей не происходит. По технологии время нагрева – диаметр 25 секунд, диаметр 25-7 секунд, диаметр 32-8 секунд, диаметр 40-12 секунд, диаметр 50-18 секунд и диаметр 63-24 секунды. Четвертое. После соединения трубы с фитингом нельзя сразу это соединение отпускать. Необходимо некоторое время держать их плотно друг к другу, примерно порядка 5 секунд. А точнее, время сварки диаметров 20, 25 и 32 – 4 секунды. Диаметров 50, 63 – 6 секунд. Полное время охлаждения – диаметров 20, 25 – 3 минуты. Диаметров 32, 40 – 4 минуты, диаметра 55 минут, диаметра 63 – 6 минут. Пятое. Проворачивание и кручение трубы в паяльнике и при самой стыковке. Этого делать категорически нельзя. Все соединения соединяются ровно и без покручиваний. Шестое. Сварка при низких температурах воздуха. Производить сварку труб при температуре воздуха ниже плюс 5 градусов запрещается. Есть большой риск некачественной сварки соединений. Вам необходимо нагреть помещение. Если все помещение нагреть тяжело, то сделайте навес и нагрейте воздух внутри него. Седьмое. Ошибки, которые можно не допускать только при наличии опыта. Бывают сложные объекты, где разводки достаточно много, и нужно хорошо заранее продумать, в какой последовательности вы будете все сваривать. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому самые грубые ошибки возникают в самых неудобных местах пайки. И напоследок восьмое. Ошибка, которая напрямую не относится к ошибке в пайке, а относится к небрежности и халатности рабочих. Бывают случаи, что полипропиленовую трубу, имеющую армирующую алюминиевую фольгу, скручивают в бараний рог для переноса через дверные проемы, по лестничным клеткам и так далее. Ведь так удобнее переносить. Но при таком скручивании трубы очень велика вероятность ее расслоения. Поэтому, даже если сваривать будет грамотный специалист, ему могут испортить материалы обычные грузчики. Аквахолд. Чистая работа без лишней воды.